счет же, которые не имеют никаких талантов, но хотят там, над нами властвовать. Вот им это выгодно. А нам это выгодно? Не выгодно. Поэтому вот и необходимо восстанавливать родоплеменной строй. Это нам говорят, что первобытный общинный строй, это там отстой такой, так же. Но это ассоциация у нас на уровне каменного века мы должны жить. Так же с каменными топорами бегать, там в шкурах. Так же. А первобытное, это первое бытие, изначальное бытие. Это то, что заповедано нам богами и предками. То есть лучше первобытного общинного строя ничего придумать невозможно. Потому что если мы не пользуемся опытом предков, то есть вот этим первым бытием, которое изначально, то мы опять колесо будем изобретать. Что нам изобретать, когда все наши предки нам дали, как жить нам? Существует правило, кто не использует опыт предков, он обречен совершать их ошибки. Так зачем нам совершать те ошибки, которые наши предки уже прошли? Давайте опытом предков пользоваться. Вот это и есть первобытный общинный строй. Они он нам заповедан, но самый идеальный, как семья должна быть общество, как общество должно быть устроено, как государство. Вот это наш строй. Мы тогда хотим жить, и пусть другие народы точно так же живут. Прекрасно и хорошо, тогда будет дружно и мирно. И не будет никаких паразитов ни у нас, ни у других народов. Так же? Вот тогда и нормально жить будем. А пока там негодяи к власти прорываются, то есть самородки вот эти вот, вот они нас лбами сталкивают. То есть нам это невыгодно, и другим народам невыгодно. Поэтому мы сами должны это восстанавливать, и другим народам помогать в этом плане. Вот тогда и будет мир между народами, а не раздрай, которые. Они в мутной воде тут рыбку ловят, там, сталкивают нас лбами там. И в результате там паразитируют за наш счет. Поэтому они никак не хотят, чтобы родоплеменной строй восстановился. То есть это сразу же нам будет экстремизм приписываться. А, вы хотите размножаться, вы хотите крепкую семью иметь, вы хотите крепкую державу, значит вы экстремисты. Вы же слышали, что лозунг уже «русский значит трезвый» уже признается экстремистским. А я смеюсь, ну, говорю, скоро отклонение от вражеской пули будет приравнено к государственной измене. Поэтому нужно понимать, что для нас истинная ценность. Мы хотим так жить, и нужно и другим народам обучить точно так же жить. Тогда у них претензий не будет к нам. Никто не скажет, что это там экстремизм, шовинизм какой-нибудь. Это прекрасно и хорошо жить племенем, родом, народом. Пусть другие народы точно так же живут. Это всем будет хорошо от этого. Кому от этого плохо? Никому от этого плохо не будет. Ну, плохо только паразитам. Поэтому они будут на нас ярлыки, естественно, вешать. Там. Каких-нибудь там это, шовинистов, или как они там нас ругают. Там. Ну да, они ярлыки понапридумали всякие разные, вот и вешают на нас. А мы должны осознавать, что цены для нас, и отстаивать. Потому что если мы не отстоим то, что для нас свято, значит, вымрем, как мамонты. То есть вот это вот основа. И это мы имеем право по Конституции, полное право восстанавливать родоплеменной строй. То есть нам никто не может этого запретить. Ну, тактически там разобрались, да? Значит, дальше идем по воспитанию. Свадьбу уже мы провели. Понятно, как зачинать потомство. То есть последующих детей уже, когда зачинают, то это уже самостоятельно. То есть они прочувствовали, какой вихрь можно раскрутить. И последующих детей они уже самостоятельно, без помощи родичей делают. Так создается семья. Семья, значит, это кто? Я, мой сын, мой внук, мой правнук. То есть я, мой отец, мой дед, мой прадед. Вот получается семья. То есть необходимо жить семьей. Сейчас нам не дают просто возможности с семьей жить. Попробуйте вот где-нибудь в квартире там с семьей прожить. Возможно? Просто нет возможности. А когда наши жили на природе, то это в порядке вещей. То есть дети подросли. Вот желает у меня сын как бы свою семью создавать. Я говорю, прекрасно, сынок, молодец, хозяином становишься. И я вот ставлю ему дом напротив, чтобы жить лицо в лицо. Отсюда улица. Помните, улица, фамилия такая-то, на той улице фамилия такая-то, это лицо в лицо. То есть все равно он мой сын, я его должен контролировать, помогать его. Тем более у него там внуки, правнуки там пойдут, я их должен воспитывать, моя обязанность там.
Поэтому делалась улица. То есть по-другому мы не можем жить. То есть разрушается родоплеменной строй. Поэтому у нас своя улица у каждого должна быть. То есть дом как делался? То есть хозяин, он должен обеспечить, значит, всех своих родичей питанием и стройматериалами. Все родичи собираются, и начинается толока. Не знаете, что это такое? Ну, толока, ну как толкучка такая, толока. То есть все родичи собираются, и за 2-3 дня ставится полностью хозяйство. То есть полностью дом с подсобными помещениями, там все, и баня, и конюшня, ну короче, все как полагается. За 2-3 дня весь род ставил отделившемуся сыну дом, чтобы у него все было. Кто-то дарил там ему там корову, кто-то там собаку, кто-то там то, что необходимо. Все, у него полностью хозяйство. Выгодно это. Будет проблема с жилищным фондом при таком укладе. Вот и все проблемы решаются. То есть это вот в нашей культуре так было. То есть хочешь, если сын какой-то не путявый, говорит, не, батька, я буду с тобой жить. Ну, он может со мной жить, и тогда он может и жениться, но в моем доме. Но при этом тогда он лишается права голоса. Помните же голосование? Право голоса имеет только тот, который показал, что он действительно хозяин. Хозяин с большой буквы. Если ты семейный, если у тебя оседлая жизнь, если ты показался как хозяин, ты имеешь право голоса. То есть, если у меня сын растет, ну что, он не путевый. Ну, он не может быть хозяином. Есть же такие дети, сами знаете. Так же? Он не может самостоятельно вести хозяйство. Ему выгодно как бы слушаться то, что я ему говорю, моим умом жить. Если он хочет быть хозяином, да пожалуйста. А он не может. Вот он права голоса не имеет. Кому выгодно слушать его голос, если он не путевый? Ни ему не выгодно. Так же? Ни всем другим. Ну, если он не знает, как вести хозяйство, нету опыта. Вот если ты опытный, значит, ты имеешь право голоса. Так же? Вот семьи право голоса имел только хозяин. Зачем жене нужно вмешиваться, как жить? У нее другие проблемы, другие дела. Говорит, тот у меня муж ест, пусть у него голова болит. Так же? То есть, если в моем доме отец живет, но он хозяйство не ведет, он уже престарелый. Он говорит, сынок, ну, в чем у меня голова будет болеть? Что там решать нам на сходе? Иди и решай. То есть он как бы делегирует власть мне. То есть всегда в семье один хозяин, он имеет право голоса. Вот это тоже ответственность. Он ответственен за всю семью. То есть и за отца, и за деда, и за прадеда, а не под опекой, и за сына, внука, правнука, которые в этой... Если он отделился, он хозяин там. Вот он имеет право голоса. Потому что он показал, что он хозяин. То есть а нам выгодно, что право голоса имели там... Какие-нибудь бомжи, которые там не хотят ни строить, ни трудиться, ничего, так же, а хотят паразитировать. Имеют право голоса наркоманы, алкоголики какие-нибудь, там негодяи. Нам выгодно, чтобы они имели право голоса. Кому это выгодно? Нормальным людям это невыгодно. Так же? Вот по нашей традиции только право голоса настоящие хозяева имеют. Ты заслужи право голоса. Так же? Вот это и есть ответственность. То есть возьми на себя ответственность, тогда ты будешь хозяином. Ну, а о купном праве уже помню, не будем развивать эту тему дальше. То есть хозяин, он десятского выбирается, соцкого, тысячного, там, князя, боярина, там, великого князя всей Руси. То есть это уже выборы. Тогда лучший человек приходит к власти. Не худший, а лучший человек. Нам это выгодно, чтобы нами управляли лучшими. Вот наши предки показали, как выборы происходят. То есть это обеспечивается 100%, что нас никто не подставит. Тем более, если это все это родичи. Просто. Вот это и есть ответственность. Там. Это и есть родоплеменной строй. Вот тогда и только будем жить припеваючи. Когда будем жить так, как предки заповедовали. Ну вот все, семью создали, семья есть там, начинаются дети идти. Вроде как говорят, первый ребенок это первый внук. Слышали такую поговорку? Почему так говорят? Потому что воспитанием должны заниматься деды и бабки, бабки-прабабки. Потому что родителям некогда воспитанием заниматься, им нужно трудиться, кормить всю семью. В ответе, ну как вот, если я хозяин, ну на мне все висят, я в ответе. А еще воспитанием заниматься, у меня времени просто нет возможности. Да я еще молодой, какой мой опыт, что я могу детей научить?
Так же? А вот мой дед, отец, дед, прадед, у них опыт какой жизненный. Так же? И им уже есть потребность передать этот опыт. Если у меня и потребности такой нет, потому что у меня другие задачи, как хозяина, так же, то я доверяю своему отцу, деду, прадеду. О, у них опыт колоссальный. Вот пусть они и передают моим детям, моим внукам, правнукам свой опыт. Это ж выгодно. По нашей традиции так считалось. Если человек этически-нравственно не прозрел, то ему запрещается давать детей на воспитание. То есть вот он в нашей традиции, например, там делали вот дольмены. Слышали про дольмены? То есть если человек на практике не нашел дорогу в иномирье, то есть он не знает, куда он уйдет после смерти, то чему он хорошего может детей научить? Если он сам не знает, кто он такой, зачем живет, то есть в чем смысл жизни. Если он не здравомыслящий человек, если он на практике это не прошел, как ему доверить воспитание детей? Поэтому в каждом роду строился дольмен, там, ну, на всех пещер там не хватало, а дольмен в хорошем месте, то есть это где аномальная зона, где пустынька, это как называлось, пустить в Царство Небесное. Вот тут созрел, там уже мужчина там вырастил детей до совершеннолетия, говорит, ну все, хочу теперь дорогу в иномирье, по тропе Трояновой пройти и узнать, куда я после смерти иду. Значит, я как хозяин должен своему отцу обеспечить все это. Я говорю, вот, батька, вот давай, мы вот родом собираемся, делаем дольменчик тебе, все, посадили его туда, крышкой закрыли, дырочка остается, изредка только харчи туда таскать там. И все, и вот он сидит, он знает именно методики, то, что сейчас медитативной практикой называется. И он сидит там сколько, день, два, неделю, месяц, год, сколько ему там потребуется. В конце концов, он уходит в иномирье. А вы знаете, современный ученый человека помещает в невесомость, где жидкая среда, где температура тела, где звука нет, света нет. И каждый человек в медитацию уходит. Слышали об этом? Ну, вот примерно то же самое и в дольмене было. Рано или поздно каждый человек выходит. Там. Тем более весь род, о, пошел наш родич, помолимся, поможем его. На полевом уровне поддерживают. Там, его. Почему это нельзя в семье делать? Нужно объяснять, что необходимо одиночество. Потому что жарье тело человека, ну, полевая его форма, у среднего человека 7,5 метра в радиусе. Это у среднего человека. Если он высокодуховный, то до 1,5 километров. И если эти поля соединяются с другим человеком, он ближе, чем 15 метров, то у него искажается, он не может полноценно развиваться. Поэтому одиночество необходимо. Поэтому наши предки находили место благополучное. Хочешь опыт получить? Пожалуйста. Мы обязаны обеспечить тебя таким опытом. И вот для этого культура дольменов была. Там. Уходил он туда, в эту пустыньку, и получал такой опыт. То есть это, ну, как бы необходимое условие. Потому что я заинтересован, чтобы мой отец воспитывал моих внуков именно как высокодуховная личность, которая уже ни смерти не боится, которая знает, что в иномирье, что его ждет. Короче, ведь так сказано. Человек после смерти уходит туда, куда он при жизни разведал дорогу. И я хочу, чтобы мой отец эту дорогу разведал. Тогда я за него буду спокойный. Так же? Если он не может обучиться, тогда у нас было странничество. Помните, вот, у нас странники ходили. То есть, если нет учителя рядом в роду, то они, вот там учитель живет. И вот дед с бабкой собрались и пошли обучаться этой науке. Там. Обучились, тогда могут вернуться назад. Если у этого учителя он говорит, знаешь, вот я в этом начал, но он там живет еще лучше учитель. Они туда идут. Поэтому помните, у нас странников воспринимали как божьих людей в нашей традиции. Пришел странник, ты его напои, накорми, обогрей, пусть он переночует и дальше отпусти. Помните в этой традиции? То есть это было священно. Вот выгода нам вот такое странничество. Как вы считаете? Это святая обязанность. Как говорится, гость в дом, Бог в дом. Так же у нас считалось. Не бомжей каких-то кормить, которые не хотят трудиться, так же, а хотят паразитировать, а странников. Выгодно это? Выгодно нашей традиции, так же? Поэтому мы своим старикам должны обеспечить. Вот он, пенсионный фонд где. Если у нас такой строй будет, все старики будут обеспечены. Так же? Прошли они по маршруту, собрали опыт всех учителей, обучились всему. Вот тогда они имеют право вернуться в семью. И вот только таким людям можно доверить воспитание своих детей. Вот вы согласны, что только такие люди должны заниматься воспитанием?
И вот тогда я знаю, что моих детей, моих внуков будет доступно.